Всем привет, дорогие друзья! Это маленький видеоролик, как дюпать сверки. Давайте я быстро вам это все дело объясню. Быстро, где дюпаются сверки? Сверки — это шлем, это у нас миссия плейлист экспедиция. Туда запускаемся, и там вот можно как вариант дюпать сверки. Итак, начнем с этого момента. Я подобрал сверку, подбегаю к этому транспортному средству. И что мы делаем? Давайте покадрово попытаюсь объяснить. Так, я кидаю сверку, ну неважно, в прыжке там, либо стоя на месте эту сверку кидать, не суть. Нажимаю левую кнопку мыши, получается. Затем в тот момент, когда сверка уже кинута, вот она брошена, скажем таки, она полетела, эта сверка, приблизительно в этот момент я нажимаю на кнопочку 1 или 2, давайте посмотрим. В данном случае достается пустотная ппшка, я нажимаю на кнопочку 2. То есть, по сути, я сверку кинул, да, то есть, обратим ваше внимание, я сверку выкинул, я нажимаю на кнопочку 2 в какой-то момент, вот, нажал на кнопочку 2, у меня камера приближается, значит, я, получается, скажем таки, взял в руки оружие, поэтому камера приближается к моему персонажу, чтобы включиться в режим от первого лица, и в этот момент уже, как мы видим, что дропается сверка. То есть сверка дропается, двойка прожата, в какой-то момент сверка начинает дропаться, вот сверка у нас упала, конечно же, я... уже оружие не успело достаться, ну, я уже нажимаю подобрать эту сверку. Ну, сверку можно в любой момент прожимать. Самое главное здесь вовремя нажать на кнопочку 2. То есть самая главная комбинация цифр. Нажимаем на левую кнопочку мыши кинуть сверку. Нажимаем на кнопочку 2 в тот момент, когда сверку уже полетело по вот этому транспортному средству. И затем сверка дропается, мы ее подбираем. Я вот снова ее... Кстати, мне здесь вот триумф какой-то там дали. Я здесь сверку снова кидаю, скажем таки. Сверка полетела. Я нажимаю опять-таки... Ну вот давайте этот момент. Самое главное, обратите внимание, что сверка должна полететь. То есть я вот нажал на левую кнопку мыши. Сверку у нас персонаж замахивается. Сверка полетела, сверка начала лететь. Я нажимаю кнопочку 2 в этот момент. Камера начинает приближаться. И сверку у меня как бы багается и выпадает из рук. Вот таким вот образом все работает. Сверку я заново подобрал. Ну и в быстром повторе это вот работает примерно так. То есть это все дело можно надюпать вот таким вот образом. Привыкнуть к данной комбинации кнопок. И прохождение этой миссии, экспедиция, в данном случае Европа, да, ну, локация Европы этой миссии, у нас появилась также локация Космодром на второй неделе, не суть, то есть вот таким вот образом, дюпая вот эти вот сверки, у нас получится гораздо быстрее проходить данную миссию. Примерно плюс-минус там около 7 минут, вот, и это очень круто. То есть мы там задюпали сверку, вот, у нас быстро этот, скажем таки, это транспортное средство поехало, и мы быстрее завершили данную миссию, получили награду и так далее. Примерно вот я попытался рассказать и объяснить. Данный дюп на момент записи видеоролика еще работает. Это уже вторая неделя. Я отчасти даже специально подождал вторую неделю, посмотрел, пофиксили этот баг или нет. Баг этот, скажем таки, эту фичу точнее, да, эту фичу не пофиксили. Поэтому вот таким вот образом все это дело можно делать. Я и в прыжке эту сверку дюпал и так далее. Самое главное привыкнуть и самое главное нажимать на кнопочку 2 в тот момент, когда сверка уже полетела. То есть она только полетела, скажем таки, в эту цель, мы сразу нажимаем на кнопочку 2, и сверку у нас как бы копируется, скажем таки, и выпадает из рук нашего персонажа. Вот такой вот интересный баг, пожалуйста, пользуйтесь, радуйтесь, и гораздо быстрее завершайте миссию под названием «Экспедиция» в игре Destiny 2 в сезоне добычи.